Здравствуйте, я Юлия Ивлиева, эксперт в области психологии. Ну что, поговорим с вами о жизни? Бывает так, что мы худеем, соблюдаем диету, занимаемся спортом, а лишний вес возвращается. О физиологических причинах мы говорить не будем, а разберем три психологические причины, по которым мы набираем лишние килограммы. Причина первая. Мы не умеем проживать сильные эмоции и чувства. Когда мы волнуемся, переживаем, тревожимся, мы не чувствуем себя в безопасности. И тогда рефлекторно идем за тортиком и конфеткой, порцией не очень здоровой еды, и заедаем наши чувства. Почему? Да потому что нам это кажется более безопасным, чем прочувствовать и прожить. А еще нашими сильными эмоциями могут быть злость и гнев. И они копятся внутри, создавая избыточное давление. Агрессия не находит выхода, и мы направляем ее на себя. Знаете, как это проявляется? В кусательном рефлексе. Мы тут же бежим за пакетиком чипсов, сухариков, семечек и, сжав зубы, начинаем все это грызть в больших количествах. Что же делать? Разберитесь в своих чувствах. Осознайте и примите их, проговорите в конце концов, не причиняя вреда ни окружающим, ни себе. Вторая причина – это неумение отстаивать личные границы. И вот другие уже советуют, как вам жить, какие решения принимать, что чувствовать. В таком случае лишний вес становится своеобразным буфером между вами и людьми. Найдите свои границы и четко обозначьте их. Да так, чтобы люди поняли и приняли ваши правила. Тогда буфер из дополнительных килограммов вам не понадобится. И последнее. Мы набираем лишний вес, когда у нас разорвана связь с мамой. Еда и мама взаимосвязаны с того самого момента, когда мы находимся в ее утробе. Мы в прямом смысле слова от мамы получаем жизненно важные элементы. Так вот, напряженные отношения и конфликты с мамой подсознательно компенсируются нами через переедание. Проработайте этот момент, и вам станет легче и психологически, и физически. Как правильно проживать эмоции, отстаивать личные границы и вернуть тепло в отношения с родными, обо всем этом мы говорим на моем телеграм-канале. Подписывайтесь, попробуем вместе разобраться в самых важных вопросах. А вообще, жизнь – это безумно интересная штука, если понимать ее законы. С вами была Юлия Ивлиева. Увидимся!